Ой, а мужчины любят комплименты, да? Конечно, еще как. А в розыгрыше будете участвовать? Это что такое? Это безбрежь. Я врать не умею. И мы снова находимся у стен избирательного участка. Но не в целях агитации, а чтобы пообщаться с новороссийцами и узнать их мнение по поводу проходящих выборов. А если бы у вас была возможность обратиться к вашему кандидату или кандидатам в целом, что бы вы им сказали? Что бы я им сказал? Вы имеете в виду по местному округу? Так, к нашему депутату? Ну, чтобы больше районом занимался. Чтобы он получше знал нужды жителей своего округа. Очень хочется, чтобы наши депутаты нас услышали. Чтобы они исполняли наши наказы не только до выборов, но и после. Улучшать наш город? Прежде всего, нужно работать на благо общества, да, и работать созидательно, не разрушительно. Не только обещали, но и делали. А за кого голосовали, если не секрет? Нет, этого я не буду. Секретики, да? Ну, это секрет. Да. Сейчас я не могу сказать. Не скажу, наверное. Я не знаю, можно это говорить. Во-первых, это не то, что секрет, но говорить я все равно не буду. Это тайна моя. Могу сказать, за кого не голосовал. Не будет. Я могу сказать, а что такое секрет? Традиционно на протяжении длительного времени голосую за блок левых сил. Не голосовал за Единую Россию, не голосовал за КПРФ, не голосовал за ЛДПР. Партия «За правду», но она, правда, объединилась со «Справедливой Россией». Ну, России я никогда не изменю. Так. Лошадей мы на переправе не меняем. А по округу? А я выбрал своего депутата, который мы доверяем. А я это самое, представляешь, там никого не знаю. Алтухова. Так. Лысковца. Здесь Миронова. Алтухов, по-моему. И Клаш. Вот Николай Николаевич Лосковец вчера нам сделал двор, отремонтировал двор. Вот я иду. Кашка. Просто поставили, да? Да, просто поставила и все. За кого вышла, за то и вышла. А вы? Я Лосковец. Еще что там не помню. А если не секрет, кто это? Вот это военная тайна. Я там специально. А мужчины любят комплименты, да? Конечно, еще как. Еще да? Как, а то да. Многие думают, что только женщины любят комплименты. Нет, нет, мужчины, чем они хуже? Они такие же люди, как и женщины.